319 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, կխոսենք տարածաշրջանային զարգացումներից, ինչպես գիտենք սեպտեմբերի 4-ին Սոչիում տեղի ունեցել Էրդողանի և Պուտինի բանակցությունները, հիմնական թեման եղել է հացահատիկային գործարքը ու նախագահների հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ չի հաջողվել պայմանավորվածության հանգել հացահատիկային գործարքի վերաբերյալ։ Այս հանդիպման մանրամասների, խորքային շերտերի մասին ավելի մանրամասն օնլայն տեսակապով կզրուցենք Հելսինկի, Ֆինլանդիա քաղաքագետ Վլադիմիր Գելմանի հետ։ Добрый день, господин Гельман, как слышно? Здравствуйте, хорошо вас видно и слышно. Спасибо за согласие на интервью и перейдем к самому главному вопросу. Переговорам Эрдогана и Путина в Сочи, которые состоялись 4 сентября. И, как мы знаем, главной темой была зерновая сделка, но было объявлено, что договориться о возобновлении вывоза украинского зерна из украинских портов не удалось. Ваши комментарии относительно этой встречи и заявлений, что было сказано, а что было недосказано? Ну, действительно, договориться о продолжении того механизма, который действовал до недавнего времени, связанным с экспортом зерна из Украины, не получилось. И Путин, собственно, и не скрывал, что главная цель, почему эти договоренности были приняты, были прерваны, это максимально ослабить украинский экспорт, максимально ослабить украинскую экономику. В то же время те объяснения, которые прозвучали от Путина, они, в общем, не звучат убедительно, и понятно, что Путин не сможет не снять те ограничения, которые были введены на российские банки, ни тем более возобновить подачу российского аммиака на территорию Украины. Поэтому можно сказать, что вопрос о зерновой сделке закрыт, и дальнейшие события будут разворачиваться уже без участия России, и, скорее всего, Украине придется искать альтернативные пути экспорта своего зерна, ну а Россия, в свою очередь, тоже не смогла добиться тех целей, которые она ставила в ходе этих переговоров. Но обычно такие вопросы не решаются, такие переговоры не решаются одной встречи, потому что это очень разноплановый и многослойный вопрос. Я говорю, что обычно такие переговоры одной встречи не заканчиваются. И есть мнение, что на самом деле на встрече Путина и Эрдогана, по сути, играл скорее роль посредника между США и Россией. И что очень вероятно, Эрдоган в дальнейшем представит все эти вопросы по зерновой сделке, подготовит новый пакет и отправится на переговоры в ООН, то есть, чтобы получить согласие США. Есть такое мнение. Как слышно? Вопрос был понятен? Да, спасибо. Да, спасибо. Вполне возможно, что так оно и произойдет, но здесь многое будет зависеть, конечно же, не только и не столько от позиции США, которые, конечно, со своей стороны тоже используют Эрдогана как посредника, но и от позиции российских властей. А российские власти выдвигают требования, которые, ну, заведомо не могут быть исполнены. Не будет российского аммиака экспортироваться в третьи страны через Одессу до тех пор, пока идет война. И российские власти это прекрасно понимают. Вот упертость российских властей или все будет на моих условиях или не так, никак не будет. Соответственно, сейчас является важнейшим препятствием. Я, конечно, не исключаю, что зерновая сделка может выступать частью каких-то более серьезных
попыток переговоров по другим вопросам, мы об этом не знаем. Но вот на сегодняшний день никаких возможностей возобновить эту зерновую сделку нет и пока что не предвидится. Как будет в будущем, посмотрим. А в ходе заседания правительства Эрдоган с гордостью заявил, что уверен, что весь мир высоко оценил эту встречу, на которой обсуждалась зерновая сделка и ряд других гуманитарных вопросов. На что намекал, по вашему мнению, президент Турции? Я думаю, что Эрдоган не выступает таким, ну, как бы бескорыстным, да, посредником. То есть понятно, что он рассчитывает и не без оснований, что и страны Запада, и США, и Европейский Союз с одной стороны, и Россия с другой будут идти на какие-то уступки в тех вопросах, которые важны для самого Эрдогана, прежде всего в вопросах экономики, потому что Турция сейчас в очень непростой экономической ситуации, но хочет максимизировать свои выгоды от того, что она выступает вот таким посредником между странами Запада и России. И в то же время Эрдоган заявил, что в данный момент нет никаких перспектив достижения мира на горизонте. По вашему мнению, насколько оправдано данное заявление и насколько Россия привержена к дальнейшему затягиванию конфликта? Потому что есть мнение, что Россия выигрывает именно в таком контексте, когда войны приобретают затяжной характер и когда приходится потуже затягивать пояса. Насколько Украина готова к затяжной войне? Уже полтора года это все длится. Год с лишним. Ну, как я понимаю, стратегия российских властей направлена на то, чтобы конфликт носил максимально затяжной характер. И Путин рассчитывает на то, что все от войны устанут, и Украина, и Европа, и Америка, а Россия может воевать бесконечно долго, и никакого сопротивления внутри России такая война не вызовет. Насколько оправданы эти расчеты, мы, конечно же, не знаем, но действительно усталость от войны в многих странах чувствуется, и не так мало политиков, представителей бизнеса, которые готовы идти на уступки России ради того, чтобы боевые действия прекратились. Сейчас главным барьером для России является, разумеется, Украина и ее сопротивление российской войне. А США? Это усталость ощущается и в Соединенных Штатах? Да. Усталость ощущается и в Соединенных Штатах, но это еще накладывается на то, что в Соединенных Штатах через год, осенью следующего года, будут новые президентские выборы. Россия, конечно, очень хотела бы, чтобы нынешняя администрация сменилась на администрацию Трампа. Российским властям кажется, что с Трампом они как-то там договорятся, и, соответственно, на этом американская поддержка Украины, если не совсем закончится, то, по крайней мере, ослабнет. Но, опять же, так это или нет, мы узнаем через какое-то время. Но россияне сознательно затягивают войну, рассчитывая на то, что рано или поздно настроение поддержки Украины ослабнет. А как воспринимает тот же заявку президента Турции Эрдогана на роль посредника Соединенные Штаты, также учитывая близкие отношения Путина и Эрдогана, и как это посредничество отразится на роль и вес Турции в регионе? Какие формы примет? Ну, других посредников, по сути, нету. Да, то есть никто другой из влиятельных международных политических лидеров не способен сегодня выполнять эти функции. Либо эти деятели
не слишком влиятельный, не слишком пользуется доверием в глазах российского руководства, либо они слишком влиятельны и преследуют собственные интересы, как, скажем, руководителей там, Индии, Китая и некоторых других государств. С этой точки зрения Эрдоган, конечно, выступает как приемлемый, да, переговорщик и для Соединенных Штатов, и для России. Но понятно, что за свое посредничество, конечно, Эрдоган хочет многого, хочет укрепить свои и международные, и внутриполитические позиции. И, в общем, пока ему это удается. До тех пор, по крайней мере, пока есть надежда на то, что посреднические усилия, но они принесут какие-то результаты. Опять-таки, вопрос в том, насколько долго это посредничество продлится. Мы говорим о месяцах или о годах, или, может быть, даже о долгих десятилетиях. А какая ситуация сегодня в Украине, на украинском фронте? Ну, на украинском фронте таких масштабных перемен не происходит. То есть украинское контрнаступление продвигается очень медленно. Мы получаем сообщение о том, что ну, вот там еще одна деревня перешла под контроль Украины, там сколько-то еще квадратных километров продвинулись украинские войска. Но эти продвижения не носят такой характер, чтобы они полностью изменили ход боевых действий. У России было достаточно времени для того, чтобы к украинскому контрнаступлению подготовиться. Они очень интенсивно минировали территории, очень интенсивно перемещали войска в зону, где идет прорыв. Поэтому каких-то таких быстрых изменений на фронте никто не ждет. И все наблюдатели говорят о том, что боевые действия будут длиться еще очень долго, и уж точно там, в этот весенний-осенний сезон они явно не дадут тех результатов, на которые рассчитывает Украина. Ну, а, как я уже сказал, российские власти такое затягивание боевых действий вполне устраивает. Они готовы там чуть-чуть где-то отступать, но понятно, что не готовы к тому, чтобы украинцы достигли своих целей, перерезали сухопутные дороги в Крым, а уж тем более смогли бы высадиться в Крыму и вести боевые действия там. Так что надо готовиться к тому, что да, это война надолго, и боевые действия, по крайней мере, в этом году не кончатся. Спасибо, господин Гельман, за интервью и за комментарии. Спасибо. Онлайн տեսակապով զրուցեցինք Հելսինկի, Ֆինլանդիա քաղաքագետ Վլադիմիր Գելմանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվական եթերում։